У нас в Корее сейчас вечер, и стало достаточно тепло, и мы решили прогуляться. Пойдем в парк. Мы в нем уже были, но когда было холодно. Сейчас стало тепло на улице. Пойдем, будем вам показывать. Мы сейчас на перекрестке. Идем. Светофор. Алиска у нас на Биби. Саша. Всем привет. Такие красивые улицы в Корее. Здесь еще, кстати, полицейский участок. Ну все. Мы идем. Тик-тик-тик. Мне вообще очень нравятся вот эти дома. И вот эта улица. Все так красиво. Я готова это снимать постоянно. Если вам будет надоедать ролики с этой локации, не стесняйтесь, пишите. Потому что мне вообще не надоедает эта красота. Смотрите, как ухожено. Новые дома строят. Вот так вот деревья. Благорожены. Там детская площадка. Такие скамейки. Травка. Все, идем. Смотрите, какая красивая улочка. Вообще мне так очень здесь нравится. Красивый район. Очень атмосферно. Нравится? Тебе нравится? Би-би-би. Вот здесь магазин собачек есть. Я уже вам его показывала. Мы сейчас мимо него будем проходить. Ой, да, вот здесь кафе. Ой, закрыли, смотри. Вечером, может, закрывают? Вот видите? Там внутри собачки маленькие. Раньше было открыто вот это стекло. Да. Можно было посмотреть собачек. Сейчас, наверное, закрывают к вечеру. Так прикольно здесь. Гав-гав. Алиса увидела навстречу собачку. Привет! Привет! Это маленькая собачка и маленькая девочка. Да? Прикольно тут. Алискин, тебе нравится? Давай я тебя пущу. Бежала. На деревьях, смотрите, вот такие пакеты привязаны. Здесь такие на каждом дереве. Перед этим мы шли, там были зеленые пакеты на деревьях. Вот мне интересно, что это. Это может быть для травы, ну не прям мусора, а именно для листиков собирать туда. Если кто-то знает, напишите, будет интересно, просто для чего это. Очень интересно. На каждом деревце пакеты привязаны. Вот мы прошли. Чуть дальше нам надо дойти до самого конца. Классно. Алиса там увидела что-то. Вообще красота. Вот такие деревья искусственные. Здесь такие как большие одуванчики. Алиска, ты на Биби едешь? Ты молодец. О, что за красота! Бабочки, смотрите.
Вообще, ну очень красиво. Прям вот идешь и как-то классно на душе. Прям как будто ты, не знаю, хочется не просто как будто ты идешь, а хочется порхать от счастья. Классно. Такое ощущение крылышки. Все, идем. Идем дальше. Смотрите, какая собачка в колясках. Вот корейцы любят собак. Колясочки им покупают, возят их. О, вот здесь смотрите, какая прикольная зона. Ну и все такие классные пупсики, лохматые. Саша говорит, что в этих домах квартиры стоят от полумиллиона долларов примерно. Вот такие цены здесь. Но атмосфера классная. Алиса, ты задумалась о чем-то? Да. А вот как прикольно оформлена зона в эти дома, апаты. Такой заезд со шлагбаумом, такая арка. Вот своя такая территория. Прикольно вообще, конечно, вот эти дома. Все цивильно. Красиво. Светофор. Идем. Смотрите, какой заборчик. Вообще прикольно. Такие высокие дома, новостройки и в азиатском стиле такие заборчики. Такое смешение стилей. Классно смотрится. Так, ну а мы уже почти дошли. Сейчас я бегу, как обычно. Мне кажется, в моем видео можно добавлять рубрику, как я догоняю Сашу с Алисой. Так. Мы дошли до этого перекрестка, нам надо перейти дорогу, и вон там уже парк, куда мы идем. Ой, когда тепло, вообще классно гулять. Мама, вот. Мама! Привет! Алиса на Биби едет, да? Ой, какая молодец! Ну вот мы добрались до этого места. Сейчас пойдем, вот надо было пройти этот район. И здесь у нас парк. Что-то тут растет. Сухое еще. Непонятно. Такой большой стадион. Да. Такие беседки в корейском стиле. Как везде у них в парках. Здесь разные площадки для игр. Так, а мы топаем дальше. Алиса хитрюга. Не хочет ехать у себя на Биби. Поэтому мама, как обычно, таскает ее на руках. Да? Маму люблю? Да, я люблю. Да, идем. Мы дошли до парка. До такой красоты. Смотрите, какие красивые беседки. Ой. Папа, очень летом красивый. Да, Саша говорит, летом, наверное, водичка будет. Вообще, мне очень нравятся вот эти беседки. Уже стемнело, правда. Ну, темнеет. Еще не прям темно, но темнеет. Я надеюсь, вам видно. Вообще очень красиво. Деревья, елочки зеленые. Вот здесь беседка, чуть дальше левее. Такая зона. Там сворачивают. Класс. Смотрите, здесь в парке
есть такая зона специальная для катания. Наверное, на всем, на великах, на роликах. Здесь специальное покрытие такое. Не как на детских площадках, а прям, я не знаю, как такое прорезиненное. Вообще классно. Все огорожено. По кругу там такие беседки, где можно сесть, переобуться. Алиска, побежали, побежали, побежали. Догоняй папу. Догоняй. А здесь, смотрите, я покажу. Вот такое. Красота, да? Алиска идет. В общем, здесь сцена и очень много таких скамеечек. Алиса, пошли папу догонять. Наверное, проходят какие-то мероприятия. Пошли, котик. Мы прошли дальше. Здесь тоже такая зона. Смотрите, здесь убирают сухие ветки, траву. Такие кучки лежат. Скамеечки. Здесь так спокойно, так тихо. Вообще классно. И меня очень радует, что стало намного теплее. Когда мы буквально еще там день-два назад было намного прохладнее. Я, в общем, ходила еще в куртке. А сейчас вообще прям классно. Но здесь что-то, какое-то здание. Интересно, что это. Смотрите, такие девушки. Алиска, аккуратно. Сейчас поможем. Давай, аккуратненько. Да. Перешагивай. Сама, сама. Вот, смотрите, какие цветные. Такие дамы. Ну, я так понимаю, что это девушки в платье. Очень похожи, во всяком случае. Знаю, что это значит. Мама! Кака! Лиса кричит. Смотрите, красиво же? Подсвечивается так. Классно? Ой. Алиса, где папа? Пошли? Здесь, смотрите, такие шарики интересные. Что-то там. Наверное, значит. Здесь, Саша сказал, музей современных искусств. Вот это здание. Там дальше тоже такие фигурки. Что-то похоже, как будто на шахматы. Прикольно тут. Ой, вставай. Ничего страшного, вставай. Ручки отряхай. Ой, Алиска, Алиска. Алис, смотри под ноги, аккуратненько, ладно? Тут кафешка, наверное, какая-то. Столики стоят. Опять тренажеры. Ой, и озеро. Смотрите, как красиво. Класс. Вообще. Красота. Очень классно. Вот сюда можно подняться наверх, посмотреть. Так красиво вообще. На озере красиво смотрятся огоньки. Вот мы не знаем, видно там на камере или нет. Потом я это, конечно, узнаю. Там плавают уточки. Вообще классно. Деревья подсвечиваются. Ну, вот обратите внимание, как корейцы ухаживают за деревьями. Вот им надо, чтобы они ровненько туда росли. Ставят такие подпорочки. И вот такие мягенькие штучки делают. Очень красиво. Кря-кря-кря там. Ой, ну если вы не видите, то, наверное, вы это услышите. Надо днем еще снять.
Кто это, Алиса? Котята. Ой. Целый кучек не видел, да? Там еще. Зато слышно, классно. Ну, здесь еще такая тропинка, здесь можно, наверное, ходить. А, ну там, смотри, закрыто, навряд ли, да? Может быть, еще не доделали? Очень атмосферно. Подсвечивается, видите? Вообще класс. Я считаю, что нужно снять еще днем обязательно, как это выглядит. Очень красиво. Вот смотрите, какое место. Две лавочки таких, фонарь этот красивый, уточки перед тобой. Класс. Сиди, отдыхай. Ну почему-то две лавочки свободных. Все ходят. Такая интересная конструкция. Я, как всегда, в восторге. Может, многие подумают, что я от всего в восторге, но нет. Здесь действительно очень атмосферно. Красиво. Камеры в Корее везде. Смотрите, как красиво вообще. Такая подсветка. Зеленые деревья, елочки. И все, Алиска заценила, что свечится пол. Смотрите, вообще класс. Очень красиво. А, полетели. Да. Смотрите, летают. Ой, не успеваю за ними. Вот они там плавают, их очень много. Нет, ну ночью тоже надо здесь побывать, так красиво светится. Сейчас еще это все расцветет. Здесь мышца, которую, не знаю, не видно сейчас, сейчас за деревья. Вот, через неделю сходить, завтра она будет цвести. Смотри, подсветка меняется. Мы шли, была прям синяя такая, сейчас зеленая. Да, там вот еще светится какой-то замок. Алиса носится. Вот ребенку что для счастья надо. Здесь тоже, смотрите, как классно, можно посидеть. Такое прям классное место. Там вдалеке дорога. Очень красиво. Очень красиво, атмосферно. Ну вот при таком свете очень ухоженно. Не знаю, как будет днем, но мне кажется, и днем будет так же. Смотрите, какая красота. Алиса! Обнимашки? Маме делай обнимашки. Ага. Алисе обнимашки. Алисе надо побегать. Тут смотрите, как в любом парке есть туалет. Я даже не сомневаюсь, что он достаточно чистый, потому что запаха туалета вообще не ощущается никакого. Так, а мы идем дальше. Я немножко запыхалась, потому что мы сейчас бегали с Алиской. Я ее пыталась догнать. Давай, давай, топ-топ. Давай. Нет. Алиса хочет носиться везде. Смотрите, как светится. А вот здесь разные страны. С каждой стороны фотографии. И вот на каждом своя страна. Что значит? Это просто все страны мира или? Индонезия, Иран. Очень так интересненько. Можно походить, поизучать географию нашей планеты прекрасной.
Вообще. Площадь страны, население. Угу. Самое основное, в общем, информация, самая основная информация про страну, да? Прикольно. Так, а мы подходим к замку с правой стороны. Там, видите, светится что-то прикольное. Мы идем, с Сашей разговариваем, что еще чуть-чуть, и все это расцветет. И будет вообще красота. Так, еще чуть-чуть, мы сейчас увидим, что там. Класс. Просто оно такое яркое пятно, не знаю, на видео. Как это видно? Так красиво. Класс. Вообще. Вот такой здесь светящийся городок. И так светло от этих фонариков. Очень круто. Классно. Вот такой, как не мостик, а просто такая конструкция. Красиво тоже смотрится. Вот такая красота. Алиса, а тебе нравится? Тут снежинки. Это посвящен было Новому году? Что за здание, интересно, построено, сооружено из фонариков. Красиво. Тут вообще так светло, да, внутри него? Конечно, света. Класс. Саша встретил своего знакомого с России. Он с большой собакой. Смотрите, какая гав-гав. Добрый вечер. Здрасте. Какая большая. Ого, Алиса. Класс. Алиса в шоке. Он такой большой. Нет, золотистый ретривер, голден ретривер. Вообще. Алиса в шоке. Смотрите, какая красивая. У нас фиг умный, лапку дает. Класс. Что, только вышли? Алиса. Да, мы только вышли. Сейчас. А? Ты засмущала собачку? Ну, мы обычно весимся там на площадке, либо гуляем. Где площадка? А, вот там вот футбольное поле есть. Вообще. Вот, дальше. Мы прошли дальше на поле. Гулять с собачкой пойдем. Алиска в шоке от таких размеров собаки. Радостная. И радостная, и побаивается. Алиса, радуешься? Собака, да? Носик, да, скажи, надо поцеловать. Поцеловать. Что, потерял? Что-нибудь? Да, что-нибудь вкусное еще. Что-то он нюхал, да? Собака, да? Сядь. Туда пошел. Целоваться. Как колбаса весь, а? Как колбаса, посмотрите, весь как колбаса. Вообще. С вас пальчик вверх за собачку. Смотрите, какой милаш. Прижала к маме. Ты не видел большую собаку, да? Смотрите, какая белая колбаска большая. Не, аккуратно играй. Аккуратно, надо себе ступать. Алиска. Собачка.
Класс, Алиса. А? С мамой, да, надо? Тащит. Тащит, тащит, тащит. Скажи твою голову, не поеду. Куда, куда? Погладить? Погладить, да, гав-гав? Да? Алиса, пока-пока, говори собачке. Надо домой идти. Бока-бока. Бока-бока. Смотри, собачки, иди погладь, без палочки. Погладь. Собачка, ты сама погладишь, да? Быстрее. Моя. Обними, обними собачку. Собачку обними. Ты его. Это не твоя, это собачкина игрушка. Ба. Чего, хватит баловаться, пойдем домой кушать. Кушать будешь? Погладь. Кушать. Смотри, сразу кушать. Слово кушать, он понимает. Кушать будешь? Смотрите, какой красивый вид отсюда. Эти дома, это вообще... Что за красота? Ой. Ой. Мы нагулялись, наобщались с собачкой и идем домой. Вообще классный сегодня вечер. Да, Алис? Алиса, ты сказала пока собачке? Вот такая прогулка у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами на нашем канале. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока!